Семьям, у которых есть дети до 16 лет, Пенсионный фонд России выплатит по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Эту помощь предоставят дополнительно к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Всем детям от 0 до 16 лет полагается дополнительные 10 тысяч рублей. Осуществлять эту выплату будет Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы. Мы эту работу выполняем без заявления людей на основании тех решений, которые были приняты по вот этим двум предыдущим выплатам. Родители и опекуны, которые пока не обращались за помощью, получат дополнительные 10 тысяч после подачи заявления о выплате на детей до 16 лет. Принимают заявление до 30 сентября включительно. Дополнительные 10 тысяч планируют начать выплачивать уже в начале июля. Подробную информацию можно узнать на сайте Пенсионного фонда России.